Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Интересный выбор. В хорошем смысле, конечно. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Чем еще? Ты только там не убейся. Полное безумие. Что, питания нет?
где ты? Thank you.
смог. Так же, как наша новообретенная дочь. Она влилась в нашу общину, и теперь она с нами одной плоти и крови. Преданный слуга укажет ей верный путь. Ступай! Избавь этих блудных детей от их мучений. Слушаюсь. Много не возьму. Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? У меня есть но привет. Что могу предложить? Гарантия. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Забирай. Спасибо. Ха! С этой вещью не прогадаешь. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Попробуй-ка это. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Что, это все? Доброго пути. Лучшие товары. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? До встречи. Привет. Так, так. Это однозначно. Приходи в любое время. Маловато у меня доверия к тому, кто работал на Амбреллу.
Так ты в курсе? Амбрелли Хана. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя... Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Эй, с чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. У нас, похоже, гости. Что будем делать? Да, в курсе.
открыть. Я случайно. Это пригодится. Динамит? Удачная находка. Да, им можно разнести тот завал. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник.